Мы стараемся верить то, что на все есть свои причины. Все, что происходит в нашем мире, независимо от того, насколько странными или непонятными бывают события, можно объяснить. Но иногда случается такое, что не поддается никакой логике. Два брата упали с 50-го этажа нью-йоркского небоскреба. Один погиб, а другой выжил. Почему? В долине смерти камни перемещаются по пустыне по собственному желанию. Можно ли это объяснить? На пляж Ванкувера вынесло кроссовки с останками человеческих ног. По всей Америке с неба падают глыбы льда размером с футбольный мяч. Их массы достаточно, чтобы убить. Сможет ли наука исследователей докопаться до истины? Или единственное, что нам остается, это сказать: «Вот это странно». Необъясненное. Неразгаданное. Неизвестное. Загадка. «Вот это странно». Иногда события